щеночка впрыгали в кроватке, один упал и ударился мордашкой. Приехал доктор и сказал: больше не балуйтесь в кроватке. Четыре щеночка прыгали в кроватке, один упал и ударился мордашкой. Приехал доктор и сказал: больше не балуйтесь в кроватке. Три щеночка прыгали в кроватке, один упал и ударился мордашкой. Приехал доктор и сказал: больше не балуйтесь в кроватке. Два щеночка прыгали в кроватке, один упал и ударился мордашкой. Приехал доктор и сказал: больше не балуйтесь в кроватке. Один щеночек прыгал в кроватке, он упал и ударился мордашкой. Приехал доктор и сказал мамаше: ну-ка, положите их обратно в кроватку.